друзья, я хочу представить вам этот исторический инструмент. Я не могу сказать, что это прекрасный музыкальный инструмент, но в свое время он очень сильно мне помог. Это китайский ибанез. Недорогой. Но зато на нем я записал кучу всяких прекрасных песен. Как мы видим из этих надписей, и как вы слышали только что, потому что я играл, и как вы слышали только что, потому что я играл, песня Overburden, песня Боу Болезе, песня Гитар, песня Никогда, песня Давай разведемся, знаменитый басовый эскиз Бзз, и еще многие-многие-многие другие. Также, конечно, я понял, что важно обозначить главный месседж, который я несу всем своим, всем тем, что я делаю. Я вам спою. Эта картина передает все то, что я хочу передать вам. Я вам спою. Дорогие друзья, участвуйте в нашей акции. Приходите на наш концерт. До новых встреч. Ура!